Все. Смайл мод. Задание на первый тур. Крутить барабан. А я в свою очередь сейчас буду отгадывать. Смайл мод, блядь, не сабчат. Бля, что за долбоебы нахуй? Алло, вы что не можете смайл мод поставить? Название этого растения произошло от греческого «порождающее черноту». Я осуждаю тебя, долбоеб. Ты конченый, что ли, совсем? Давайте я крутану барабан. Вот, попробуй букву какую-то отгадать, я просто даже не в курсе. 600 очков. Буква! Ну там букв в слове много, пусть будет буква «А». Молодец, откройте на букву. Даже две. Даже три. Охуеть. Прощайте, барабан. Так, подожди. А, это растение. Какие существуют растения с тремя буквами А? Мармарис. А, нет. Лаванда. Нет, тоже нихуя, блядь. Блядь. Порождающий черноту. Это... Кто, блядь? Это что-то большое, наверное, что закрывает солнце, и из-за этого солнечные лучи не попадают в то место, наверное, я хуй его знает. Я крутану барабан, сори. 350 очков. П! Не. Б или В? В. Неверно. Блядство, сука. Вращайте, пожалуйста, барабан. А чё за хуйня? Блядь, это, сука, я за всех играю. Я конченое ебаное существо, блядь. Я неправильный режим выбрал. Долбоёб, блядь. От лица знаменитости ебучего какого-то шапокляка, блядь. Сука, а. Заново, ребят, заново. А что это за слово было? Добрый вечер, здравствуйте. Откройте чат, скажите, что это было за слово? А вот за... Вращайте, пожалуйста, барабан. Баклажан? Баклажан, бля. Бля, надо было бы выбирать. Тогда бы я отгадал, наверное. Все, смайл мод, алло. Все, спасибо. Кого звали против разбушевавшегося домового, блядь? Ивана Зола, конечно, кого еще зовут? В такие моменты, где надо драку устроить. Кого звали? Ебуш или священник? Масленников. Ладно, крутанем барабан. 850 очков, буква А! Неверно. Тогда ладно, блядь, ты вообще ну, что ли? Прощайте, барабан. Давай, Наталья Олеговна, хуеговна, блядь. Давай, 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 сука. А, ничего себе, 1000 очков. 1000 очков? Она сейчас букву отгадает, по-любе. О! Нет. А, не иди. Неверно. Прощайте, барабан. Так. У вас ноль. Ух, как так получилось. Прощайте, пожалуйста, барабан. 450. Буква П. Ой, такой буквы нет. Прощайте, барабан. Триста пятьдесят очков. Просто замечательно. Откройте нам букву Р. Прощайте, барабан. Р, блять. 600 очков. Буква П. Наверное, первая буква П. Открыть. Ре. Крутите барабан. Ты охуела, блядь. Ре, препод. Нет.
350 очков. Сред. Да ну нахуй. Открой сред? Букву Т. Сред. А. Прощайте, барабан. Да сука, остановись, блять, три буквы отгадала, хуятина. 600 очков. Буква. Шре, блять. Я поражен. Откройте на. Да ты охуела, дай мне, блять. Что, я до сих пор, иди нахуй, иди нахуй. Я до сих пор не понимаю, блять. Шре. 750 очков. Сре, блять, кто? Да ну нахуй, нет, нет, нет. Откройте букву. Да ну нахуй! Крест. Назовите слово целиком. Кто, блядь, крестный, ну, ты чё, охуела, блядь? Это пиздец, напротив, все буквы отгадала, я в ахуе, блядь, чё за говно? Какой крестный? Это пиздец. Что за хуйня происходит? Почему, как так, блядь? Мне даже шансы не дали. Отец. Нет, блядь, мать. Трэш какой-то. Добрый. Давайте день. Еще раз. Первая тройка. В студию. Ебаный. Вот задание Устать. На первый тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Здесь не только лечат, но и еще и ведется учебная работа. Блядь, это твои стримы. Хэсус. 750 очков. Буква В? Такой буквы здесь нет. Буква А надо было выбирать. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. Откройте нам букву. Да я же сказал! Хуйня, не подслушивай, блядь. Вращайте, барабан. Чисто за мной повторяет Людмила. 350 очков. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте, барабан. Бля, я не знаю, где. Где? Где, где? 400 очков. Буква. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Ты уверен, что хочешь, чтобы я барабан повращал? Ладно, я... Я слова не знаю, поэтому пока буду вращать барабан. 350 очков. Буква Б. Больница. Такой буквы здесь нет. Блять. Крутите барабан. 600 очков. Буква. Замечательно. Неверно. Ну, вращайте барабан. Стример не тупой. А, да, блять. А вы уже, я так смотрю, в гугле-то нашли ответ. Очков, молодцы, буква... ребят, умные. Что? Откройте букву Бля, Л. Л. Вращайте барабан. Л-Эй. Л-А. Хуй знает. 800 очков, буква... Е, Евдоким. Такой буквы здесь нет. Л-А, окей. Блять, ладно, я не знаю, ну, сл... С... Буква С. 750 очков. Ой, такой буквы нет. Блядство. Вращайте барабан. Другое дело совершенно. Откройте букву И. Опять? Ли... Сука, блять. Будете крутить барабан. Клиника! 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 Блять! Клиника! 350 очков! Клиника! Или нет? Откройте! Иди нахуй! 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 Я не дам тебе выиграть! Иди нахуй! Сейчас будешь целиком мой хуй глотать! Мне интересно, Алиса знает? Алиса! Алиса! Здесь не только лечат, но еще и ведется учебная работа. А кем вы работаете? Ответь на вопрос. Здесь не только лечат, но еще и ведется учебная работа. Это где? На большой вопрос.ру есть такой ответ.
Если более просто, более по-русски сказать, то это в больнице и лечат, и интернов обучают лечебному делу более опытные врачи. Причем хорошо то, что они совместно с учебой и практику тут же проходят. Это неправильный ответ. Извините. Иди нахуй. Как выйти из этой хуйни? Иди нахуй, блядь! Я не дам тебе ответить. Это пиздец. Дайте еще одна попытка. Добрый вечер. Первая тройка. В студию. Вот задание на первый тур. Этим словом называют класс речных кораблей, а также то, на что мы... Да хватит, блядь, куда такой вопрос, дебил? Этим словом называют класс речных кораблей, а также то, на что мы увлеченно смотрим. Музыканты слушают, а англоязычные листают. Шо это? Этим словом называют класс речных кораблей, а также то... Этим словом называют класс речных кораблей. А также то, на что мы увлеченно смотрим. Музыканты слушают, англоязычные листают. Ебать. Иди нахуй! У вас ноль. Ты ноль. Крутите, блядь, барабан. Шестьсот очков. Буква... А! О! Гениально. Откройте букву О! Да ты шо? А, еще и две, сука, да, тварь? Вращайте, пожалуйста, барабан. Вот ты, блядь, а. Шо ты рот свой открыл? А-а-а, вот ты козел, блядь. Тысяча очков, буква... Хуй. Неверно. С, сосать. Вращайте, пожалуйста, барабан. 450. Р. Рот твой шатал. Кто ж будет спорить с этим? Откройте нам... Ты козёл, блядь! Ор! Что прокурор! Крутить? Крутить ты будешь своё яйцо, долбоёб. 350 очков. А-а-а. Откройте букву И. Бля! Будете вращать барабан. Коридор? Сразу. Нет, какой коридор, блядь? Хотя, ну ёбаный свет, но оно подходит, но там бы тогда было две буквы R уже открыто. L. Лох. Ну слава богу, наконец-то. Такой буквы нет. Будете барабан вращать? Давайте, давайте. А буква D есть или она уже... А, нет, она открыта. Я не знаю, ребят. Может быть... Не, подожди, стой. Как удалить? Удалить. Удали нахуй. Давайте, давайте. Да. Так, подожди. Этим словом называют класс речных кораблей. Блять. Я не выспался, ребят. У меня мозга не варит сейчас. На что мы увлеченно смотрим? Я не понимаю. Вот на... Также то, на что мы увлеченно смотрим. На сиськи. Но тут нет сиськи. Музыканты слушают, блядь. Что они слушают? Свои вонючие треки. Я крутану барабар.
500 очков. Буква. Такой буквы нет. Будете барабан вращать? И вы абсолютно правы! Какой, блядь, монитор, нахуй? Все, я наигрался на сегодня в поле чудес, блядь. Какой, блядь, монитор, сука? Класс кораблей, монитор. Я вообще никогда ничего подобного не слышал, чтобы корабли какие-то так называли. Какой, нахуй, монитор у меня перед глазами, а корабль здесь при чем? Причем тут музыканты, ебаный свет. И то мы на что мы так увлеченно смотрим. Я что, сижу, блядь, увлеченно на монитор гляжу? Нет, я смотрю то, что в этом мониторе происходит. На экран. А не на монитор. Это пиздец, блядь. Как так вопросы можно задавать вообще? Ужас. Я в ахуе, ребят.